сейчас. Подожди. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Добрый вечер, дорогие друзья. Мир всем. Начинаем наше выступление. Группа «Сварожичи». Особая благодарность всем присутствующим в этом зале, друзьям нашим. А также мы передаем привет всем тем ребятам, которые смотрят нас в трансляции. Это у нас ВКонтакте, да, Паша? ВКонтакте? Да. ВКонтакте. Вам привет. Вы находитесь в других городах, даже, может быть, в других странах. Нам очень приятно, что сегодня мы вместе. Начинаем нашу программу традиционно песня «Уголек».
ночи, до следующей недели. Казачиных юнсов на реке за Косогором поискать судьбы гонцов. Те гонцы не люди конные, не летят стремглав вперед. Те гонцы веночки томные, речка вдаль их унесет. Тех веночков ждет кипеча, молодецкой наш газон. А кому какой прилюбится ухватить с волны рукой, так стой с девицей и слюбится миловаться под луной. И радость девичья, да на молодцев призор. Тех веночков ждет теперьча, молодецкой наш дозор. Войной за Волжку.
зраний, не правдиває посланиці, я завжди з тобою осторожно возвращаюсь скорее. Горечью коренья.
не свернуть. Заодно не напоить кислотой крыльев не верну. Thank you.
стебли сока. Оком озон червень сушил травы, а вернулось все долгим сроком. Дали вести с дальней заставы, лишь легкой чайкой ночь прокричала. А ее судьба с рекой обвенчала. Thank you.
Рукава
терзать укором век. Уходил в чужие дверцы ходом благостных овек. Как ложились тропы сица стопы южной стороны, ворожила волховица поискать иной реки. Thank you.
Виктор Иванович, я с девушкой тут. Вот мы. Так вам. Вы красивые. Привет, передатчик. От меня. От полковника Спаса Лютова. Привет. Его прекрасная спутница. Так, да? Нормально? Ну вот, хорошо. Они спели нам песню. Да. Сумерки у нас следующая песня, тоже такая старинная, из старых. Она, с одной стороны, грустная, с другой стороны, такая очень веселая. И очень рад, что все, что в ней. Вот сейчас мы споем, вот все так и будет. И очень скоро.
9 часов вечера девушки начали подтягиваться. Как раз у нас женская начинается такая тема, женский цикл песни, ночь купальная сейчас. Thank you.
рассказывает. На барабанах. Алексей Малышко. Бас-гитара Олег Ципис. Гитара, соло-гитара, вокал Руслан Степанов. И меня зовут Виктор Чурный. Группа «Сворожичи», мы вас очень-очень любим. Ребята, а теперь надо помогать. Потому что уже сколько мы уже поем? 40, да? Но мы сейчас все вместе будем петь, Виктор Иванович. Вот. Правильно, я хочу говорить. Песня «Лада». Припев состоит из двух букв. О и Йо. Миша. Запомнили? О и Йо. Но вообще звучит примерно вот так вот. Нравится ваш стороны, у здоровье вороны, да гнет свое Елена, пустит до срока билета. Дарновато речкою, так очно ждать за печкою, блестят на солнце посохи, не править стопы посуху. Спасибо.
первая песня нашего музыкального директора Паши Бродского. Вот он здесь находится, можете. Кстати, песня «Белый птах», которую мы исполняли, это вот как раз песня с авторством, он написал текст про наших доблестных бойцов. Пашуля, я не знал, что ты такой крутой. А песня «Раджа», которая сейчас прозвучит, она веселая. И я думаю, вы поймете тоже, о чем речь. Дерзай, гуляка, струны, горько выцвела трава. Складно пели песни руны, он до хрипли голоса. Складно думал, не путевый, повредить узоры свет. Дарим их тропою новой, увести на новый след. Эй, Рамах, эй, Раджа, солнцу пойте славу. Эй, Рамах, эй, Раджа, востричься та славу. Вопаж грянули рассветы под полярною звездой. Сизым дымом крикать лето очарованной уздой. Эй, Рамах, эй, Раджа, солнцу пойте славу. Эй, Рамах, эй, Раджа, устричь это славу. Шаманил ночью темной в берегах небесных рек. У леса вилла каемом пересветанных дней. Эй, Рамах, эй, Раджа, солнцу пойте славу. Эй, Рамах, эй, Раджа, воскресь на та славу. Есть. Обычно она говорит, а то.